Всем привет, друзья! Опять? Ну что, мы наконец-то дома с нашими мальчиками. Учебный год закончен. Ярик у нас молодец, закончил школу на 4,5. Вообще класс, наша гордость. У Ромашки тоже год в саду закончен, все лето будет дома отдыхать, потому что сад у нас закрывается на 2 месяца на ремонт, а в августе мы уезжаем в отпуск на море. Поэтому теперь до сентября дети свободны, как птицы в небе. И мы, как и обещали детям, собрались в Боши парк, пойдем сейчас кататься на горках, прыгать на батутах. Правда, Ярик пока еще не с нами, он уехал в гости, подъедет чуть позже к нам. А мы уже здесь и идем тусить. Всем привет. Сейчас заполним анкету и пойдем. Снимай куртку, Ром. Давай, раздевайся. И это, да. Ром, покажи, что там тебе одели. Браслетик? Да. Поверился? В той горке немного бьет током. Давай, где поедешь? Подожди, давай я тебе шариков побольше докидаю. Ой, тут так неудобно ходить. Ром, давай, едь. Давай, катись. Ром, потом уберем их оттуда. Давай, папа тебе вон помягче тут сделал. Больно. Чего больно? Где? Ром, будешь крутиться-то? Нет. Да садись давай. Ку-ку. Так папа там не будет лазать, Жоп. Папа. Да, тут... немного неудобно. Ух, напугали. Рома, ты где? Ну и как мне тут теперь Рому искать? Рома, ты где? Вот такой вот лабиринт.
очень высокий. Вон там Рома где-то ходит. Спускается. Здесь вот такие вот куфики. Тут прыгать, папе? Давай выше, Рома, прыгай. Пока. О, еще выше давай. В прошлый раз ты, Ром, как-то выше прыгал. Так, идем смотреть, есть ли мяч. Там можно было в футбол играть. О, здорово. Давай поиграем чуть-чуть. Я сейчас тебе гол забью. Ой, почти. Ой. Ну на, лови. Ой. Что-то папа сегодня не в форме. Молодец. О-о-о-о-о. Почти. А как тут проходить, Рома? Ой. Рома, ты папу-то подожди. Папа, иди. Чё они? Ой, они твердые. Что, поедешь кататься? Пока. О, Рома, поехали вдвоем. Да. Ну поехали. Вон горка какая. А давай прокатимся. Ну вон какая классная горка. Да пойдем. Ему в прошлый раз тоже не особо понравилось почему-то. Ой. Так, мы на самом верху. Крестики-нолики хочешь поиграть? Да, подожди, тут надо, да, вот так все сделать. На самом деле, мне вообще очень тут страшно ходить по этим штукам. Если они все какие-то такие. Ой, Рома. Так, вот там у нас мама сидит. Ром, подожди меня. Ой, как же мне страшно, если честно. Весь пол такой мягкий. Ну давай. Давай.
Мы опять на батуте прыгаем. Мама у нас сидит там, почему-то не прыгает. Ходим по воде. Давай. Фу, ничего себе, ты вылетел. Давай, давай, залезаем. Чего так? Вылезай сам. Ну давай. И где он уже? А? Тут нужен за ребенком глаз да глаз. Чуть-чуть моргнул и все, и ищешь потом. Теперь я лежу, отдыхаю, а Катя ползает вот там вот с Ромой. Пока что-то не видно их где-то, ну где-то там. Сейчас Рома поедет. Рома уже, не знаю, раз 20-й едет. Давай закопаем тебя в шариках. Что-то не получается у тебя закопаться. Что-то меньше шаров стало, чем было. Было гораздо больше. Мало. А тупки, где упали туда? Ой, Ром, а ты помнишь, что там далеко ползти? Там нигде не вылезти. Ты помнишь, да, что это далеко-далеко на ползти? А, нет, теперь сделали, вот здесь можно вылезти. А раньше можно было только там. Давай, Ром. Ром, ты отдыхаешь? Пришли перекусить. Подкрепиться, набраться сил. Потом еще мороженое будет. Напитков тут теперь нет ничего, кроме Байкала в Бургер Кинг. Сидим и думаем, брать Байкал или нет. И Байкал причем дороже, чем Пепси.
рублей. 110 рублей. 0,4. Здесь у нас еще есть такая штука у торгового центра. Можно купить морковку и кормить кроликов. Вот они. Мы тут втроем только остались. Мама. Сейчас мама придет. А, вон мама уже пришла. Мама. Мама. Там? Не, мама пусть тут прыгает. Я себя уже показал. Что, а Ярик круто? Где? Да. Я на здании. А чё он пешком? Наверное, ватрушки больше нет. А куда делись ватрушки? Ну, там вон сколько людей. А чё, ватрушек больше не было? Да. Что ты пешком-то? Я не знаю, как есть. Не строго зачем? Я говорю, что ты делаешь? Так ватрушку я не нашел. Я же тебе говорю. Мне главное завтра было бежать. Мам, бери ватрушку. Вообще больно подниматься очень. Лучше на них не наступать даже. Почему обычно это такие? Да. Нет, тут вообще-то так-то жестко. Да. Да, тут очень неудобно. В носках-то точно неудобно. В ботинках было бы удобно. Че, вдвоем поедем? Да. Ну давай вдвоем. Нет, только она у папа Ганди. Толкнуть? Да. Так, ты посюда. Да, я за тобой поеду. Не сразу. Почти только. Сразу. Давай, Рома. Так, а меня надо пойти. Так. Первый пошел. Все? Да. Второй пошел. Ой, как больно тут идти, ужас. Это, короче, просто деревяшка и совсем чуть-чуть кожи тут. И, короче, очень больно наступать. Потому что мы босиком здесь все ходим. А сам ковер очень скользко по нему. Мама заставила две тащить. Ну, сейчас папа еще одну возьмет себе. Прокачусь а один разок. Так Рома не хочет со мной, он хочет один. Сейчас я еще покачусь. Надеюсь, меня сильно не будут крутить. Вот на такой высоте мы находимся. Тут, оказывается, мне нельзя. А мама каталась. Тебе ясно, как тут какая. Я все-таки решил тоже прокатиться.
Так, кто там следующий? Успел. Красава. Где такие ледяные коньки? Ром, давай пойдем на другую еще. О, я на голку эту желтую. Она тут еще мы не ходили. А как тут пройти? На ту желтую большую, да пошли к нам. Рома, пошли. Так тут же кот. О, тут Рома. Так, мы идем вот на эту горку. На самую большую. Опа, опа. Давайте что быстрее доедем. До конца. Ой, а у меня не поеду. У меня... Ром, давай. Так я тоже поеду с тобой. Рома, поехали. Ром, иди, я за ручку с тобой. Да она медленно едет. Вот посмотри, как мы поедем, она медленно. Рома, только посмотри и все. В общем, Рома... Ну что, давай, кто первый? Да и у меня вообще не едут штаны. А мы в прошлый раз тоже, помнишь, не могли поехать? А, я тоже. Да уж. У меня штаны совсем не едут. Еще одна точка была, выливая. Рома, не пришел у меня. Иди. Какие вот эти? У меня вообще не едет. У меня там новый канат. Чтобы забраться на эту горку, нужно забраться на эту гору. В прошлый раз Ярик еле-еле залез туда. Наклон прям очень большой. Здесь лестница, но там ступеньки очень широкие, поэтому тоже сложно. А еще здесь очень сильно часто бьет током. Рома залез тут. Здравствуйте. Что, у Ярика получилось? А, нет? Что, чуть-чуть не хватило тебе? А вот тут уже нормально широк, как раньше было. По колено примерно. Рома, тебе чуть-чуть осталось. Но ты крутой. А там и не вылезти, ему придется обратно лезть. Ты первый. Получается, вот ты первый вышел, ты первый ты. Мама, да? Все, свет уже большой выключили. Мы как всегда до конца. Там высокие. Оранные солдатики. Так, мы вышли из торгового центра. Вот такой вот закат. Правда, уже не видно. Вот наша компания. Ну что, друзья, время 10 вечера, парк закрылся. Мы, как всегда, там были, да, победного. Ну, идем домой, на улице еще светло, достаточно тепло. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч! Пока!